Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Ролан Морозов. И в сегодняшнем видео я покажу вам, как выглядит изнутри кабинета того человека, кто копирует сделки другого человека. То есть я покажу, как выглядит кабинет пользователя, скажем так. Обычно я всегда показывал кабинет, как выглядит мастера копитрейдинга, то есть самого собственного кабинета. Но сейчас покажу, как клиент. Что там можно делать, что изменить, что не изменить, стоит ли вообще что-то делать, ну и так далее. Первым делом, естественно, идем инструменты и копитрейдинг. И тут открывается полный список трейдеров, кого можно копировать. По какому логику я их выбираю? Сейчас покажу очень быстро и просто. Ну, естественно, я покажу на своем собственном аккаунте, то есть мой аккаунт Roland 4, да, нажимаем. Самый такой простой технологии, как я выбираю, даже, ну, это мой аккаунт, но почему именно такие выборы? Во-первых, срок торгов. Человек должен торговать длительное время, то есть, ну, на мой взгляд, 3 месяца плюс. Если меньше, ну, это от слова совсем не серьезно, на мой взгляд. Тогда, естественно, низкое кредитное плечо. Это для меня тоже максимально важно, потому что есть трейдеры, кто залетают там 50-м плечом и так далее. И просто-напросто сливают наши и ваши деньги. Ну, этого я позволить, к сожалению, не могу. И, естественно, стоп-лоссы. Что значит стоп-лоссы? Это значит то, что трейдер контролирует риски. И если сделка пойдет не в сторону трейдера, он спокойно выйдет по стоп-лоссу и найдет следующую сделку. Видите, вот на моем кабинете с прибылью в сделке 118, с убытком 50. Все абсолютно контролируемое. И это показывает и статистика. Так, давайте теперь зайдем как кабинет того человека, кто копирует. Я копировал свои же сделки из своего другого аккаунта, видите, на $1000. Тут сразу видно статистику. То есть за сутки заработал мне копитрейдер, ну, грубо скажем, $10. И что можно сделать с этим аккаунтом? Мы сейчас внутри того человека, кто копирует мои сделки, да. И если у вас много трейдеров, вот тут все трейдеры, можно их выбирать по одному. Ну, у меня только Roland 4, поскольку он, на мой взгляд, ну, я сам, самый крутой трейдер для себя. Логично, да, логично. Как управлять с этим аккаунтом? Тоже очень просто. Видите, есть вкладка «Мастер трейдинга». Нажимаю, и опять же открывает список ваших трейдеров. Но поскольку он единственный у меня, тогда он единственный. Еще раз видно статистику, сколько инвестировано, сколько капитал на данный момент и сколько прирост капитала. И тут сразу же, вот тут на главной странице, можно вот сюда нажать «Изменить сумму инвестиций». То есть можно добавить инвестиции и можно уменьшить. Добавить я не могу, поскольку у меня добавлен максимум сумма. А именно $1000 на данный момент больше нельзя. Но если по какому-то желанию, или вот если уже тут слишком большая сумма, можно их вывести, либо просто уменьшим сумму, если кажется, что трейдер не очень справляется со своими обязательствами. Детали. Нажимаем на детали, открывается такой полный список, какие сделки сейчас идут, вот каких мы сделках, какие в плюсе, какие в минусе и что можно делать на этом странице. Можно на одном нажатии закрыть все. То есть, независимо, что делает трейдер, можно закрыть все сделки, что в прибыли закрываются в прибыль, что в убытки закрываются в убыток. Можно нажать на детали. Открывается отдельная деталь, и тут, видите, есть настроить take profit и stop loss. Можно самостоятельно настроить take profit и stop loss, если вы не хотите ждать, пока трейдер закроет сделку, либо плюс, либо минус. Это очень важно. Так, что можно еще делать? Вот идем обратно в детали. Тут есть отмена копирования, то есть
Если вы уже не хотите копировать трейдера, нажимаете «Отменить копирование». Я этого делать не буду, поскольку я иду, как всегда, на долгосрок. И ну, почему я должен отказаться от самого себя? Тут есть настройки копитрейдинга. Вот чем отличаются эти настройки вот от этих? На самом деле, вот тут принципы мы не можем особенно менять ничего. Тут уже, видите, максимальная сумма и... В принципе, как-то так. А вот тут настройки копитрейдинга можно на самом деле тоже очень много как поменять. Видите, тут инвестировать еще, то есть можно добавить деньги, уменьшить инвестиции, то есть взять, ну, взять обратно что-то, как сказать, деньги обратно, да. Тут есть изменить настройки. Тоже попадаем на эту страницу. Ну и в принципе можем тут настроить как-то что-то. Но я конкретно не рекомендую это делать, поскольку это уже тогда не копитрейдинг. В принципе все очень просто и понятно. Особенно тут и показывать нечего. Что вот так выглядит страница изнутри. И как-то вот так. Что копировать можно с одним кликом, и отказываться можно тоже с одним кликом. Так что, друзья, вот кому интересно, можете тоже попробовать, ничего там сложного. Начиная с $50, можно присоединиться к Роланду 4. И я, наверное, и ссылку оставлю в описании на аккаунт Роланда 4. На мой взгляд, классно, не превышает риски. Плечо третий, для меня все максимально классно. Друзья, а с вами был я лично, Роланд Морозов. Если это видео было вам полезно, ставим лайки, подпишемся на мой канал. Друзья, зарабатываем честно и главное быстро. Всем пока. Биткоины и эфириумы делают людей миллионерами. Но знай, что есть один канал на ютубе, где Роланд Морозов нас всех растил. Криптоволна, оу, е. В канале Роланда ты найдешь совет.